На ремонте Джили МК Кросс хочу показать самодельные стойки стабилизатора. Проходили уже год, до сих пор держится. Есть, конечно, видно продавленные уже резинки, но тем не менее это лучше, чем ставить магазины, которые у вас проходят 2 месяца от силы. Еще одна неприятность, с которой можете столкнуться при ремонте Джили МК, Джили МК Кросс, это шаровые опоры. Когда прессуете их рычаг, со временем послабевает посадочное место и приходится так вот выдумывать, прихватывать. Сразу скажу, гарантии никакой, это небезопасно, но тем не менее практикуем, потому как каждый раз менять новый рычаг, после того как выйдет со строя шаровая, это очень накладно. Ну вот, в принципе, больше проблем таких с Джили МК и не возникает в основном. Сейчас мы вам покажем, как выглядит стоечка стабилизатора новая, из чего ее можно изготовить. Вот так вот выглядит новоиспеченная стоечка стабилизатора. Сделали мы ее с помощью ланесовской. Давайте посмотрим, из чего она в принципе состоит. То есть шайбы втулки оставляем, шток укорачиваем до 100 мм, нарезаем резьбу примерно 15 мм и делаем втулочку 10 мм. Размеры будут в описании. Процесс сам по себе несложный, занимает минимум времени, но стоечка, как вы видели, прослужит у вас намного дольше. Если вы совсем ленивы, как я, можете взять просто болт М8 размером 100 мм. И собрать все так же само со стоечки стабилизатора Ланоса. Сейчас мы затоим еще одну такую стоечку стабилизатора, и клиент очередной уедет от нас довольный. Следите за техническим состоянием ваших автомобилей, подписывайтесь на канал.